Агафангел. Ми раді вітати вас у нашому храмі, якому виповнилося 200 років. Щиро вдячні вам за ваш архіпастирський візит, за вашу батьківську турботу, любов та молитви. Нехай Пресвята Владичиця Богородиця завжди покриває вас всесвятим своїм омофором, а милосердний Господь дарує вам нове і благає літо. Церковний дзвін усіх нас буде і кличе нас у Божий храм. Відкриті в храмі нашим двері вже 200 років, як цей час. Молитва в алтарі лунає щира через віка за кожного із нас. І з пошаною, любов'ю, хліб і сіль підносим. І у вас благословення для усіх нас просим. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.
славного и всехвального апостола, евангелиста Иоанна Богослова, да даст тебе глагол, благовествующему силою многою во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Господь, никто же взыди на небо, токмо шеды с небесе, Сын человеческий, Сына небеси. И яко же Моисей вознесе змею в пустыни, тако подобает вознестися Сыну человеческому. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Молимся о покоении души усопшего раба Божия, преснопоминаемого протерея Василия, и о еже проститеся ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Докуда Господь Бог учинит души его, и где же праведнее упокояются. Милости Божия Царства Небесного и оставление грехов Его у Христа Бессмертного, Царей Бога нашего, просим. Господу помолимся. Яко Ты еси воскресение и животу, и покой усопшего раба Твоего преснопоминаемого, Протоиерей Василия, Христе Божий наш, и Тебе славу высылаем, собраначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. О блаженном успении вечный покой, подашь, Господи, усопшему рабу Твоему, преснопоминаемому протоиерею Василию, и сотвори ему вечную Господина и Отца нашего Ануфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, святого Успенского и Киева Печерской лавры, священного архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, шестое пресвитер свежего христиандиакомства, весь священский монашеский чин и притчи церковной, настоятеля протоиерея Михаила с братьями святого храма сего, строители, благодетели, богоукрасители храма, поющих, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Архиерей Святой, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда,
Господа Иисуса Христа, который принес себя в жертву живую
Он стал начальником нашей жизни, совершителем нашего спасения. Воронью Божией мы встречаемся в сонме святых угодников Божьих. Здесь мы приобретаем великую духовную силу, которая способна разбивать оковы человеческого греха. Здесь мы ощущаем близость к Богу, а Господь к нам единство наше устремление в созидании духовно-красного общества, жизнь во Христе Иисусе побуждает всех нас благодарить Спасителя мира за то, что Он преклоняет небо к земле, за то, что Он с нами, и за то, что Пречистая Богородица идет с нами по жизненным дорогам, несет тот крест, который вручил ей Господь, и она этот крест несет впереди. Когда мы совершаем крестный ход, она невидимо с нами присутствует, как равная сегодня она присутствует здесь вместе с нами.